На протяжении 10 лет юридический факультет проводил международную конференцию. Но в этом году они решили оттолкнуться от признанных канонов и создать новое веяние среди студенческих проектов. Это первый международный юридический конвент. Студенты лучших университетов, академий, институтов России и зарубежных стран собрались в столице Татарстана, чтобы продемонстрировать свои силы в различных направлениях юриспруденции. Здесь нужно задаться вопросом, что такое студенческая наука. Нужна ли она или существует она? Я думаю, что она нужна и она существует. Именно на таких мероприятиях студенты могут, во-первых, узнать друг друга, во-вторых, могут развиться и получить знания в своей области, в которой они перед которой стоят определенные проблемы. И тогда они получают собственное развитие, знакомятся со своим интеллектуальным трудом других участников и могут получить бесценный опыт участия в мероприятиях, развить свое ораторское искусство. В первый день участники побывали на круглых столах по актуальным проблемам предпринимательского, международного и финансового права. А затем посетили мастер-классы, где гостями и спикерами стали практикующие юристы, работники органов прокуратуры, судейского сообщества Республики Татарстан и Российской Федерации и многие другие. Во время второго дня конвента участники презентовали свои доклады, по результатам которых лучшие из лучших будут награждены ценными подарками. Заключительным этапом станет участие в развлекательно-культурных мероприятиях, где участники посоревнуются в интеллектуальной игре «Что, где, когда» и пройдут юридический квест. На закрытии в неформальной обстановке студенты смогут обсудить итоги конференции и поделиться опытом, который они смогли получить в стенах Казанского университета. Анна Глазунова, Роман Самарин, Универ Ньюс.